Жаркая борьба развернулась на волейбольной площадке базы отдыха «Северянка». Старшеклассники из поселений Сосновка, Сорум, Козым, Верхнеказымский, Полноватый, Лыхмак показали прекрасную игру, высокое спортивное мастерство, сплоченность команд и волю к победе. Каждая игра была напряженной, интересной, захватывающей, с интригой. Так кто же все-таки победит? В прошлом и позапрошлом году чемпионами была команда СОЖ поселка Сосновка. В этом году явных фаворитов пока нет. Команды одинаковые все по игре. И думаю, может случиться такое, что в последний день будем считать очки, партии, мячи, чтобы выявить чемпионов. Волейбол – командный вид спорта, отмечают верхнеказымчане. И победа в соревнованиях – это коллективные усилия всех членов команды без исключения, уверены они. Впечатления сегодняшней игры остались очень хорошие. Мы очень рады сегодняшней победе, тем более с такими сильными соперниками. Мы надеялись, что будет победа. В худшем случае – ничья. Все игры между командами подарили болельщикам массу положительных эмоций. Турнир получился очень захватывающим и зрелищным. Первые места судьям пришлось определять по забитым и пропущенным мячам. В итоге, после многочасовых баталий и упорной борьбы, команда Павла Кудрявцева из Верхнеказымского заняла второе место. А сам капитан команды был назван лучшим игроком. На третьем месте команда из Сосновки, а победителями турнира стала команда старшеклассников из Сорума. Кермен Таджиева, Петр Михалап, Время новостей, Белоярский.